Дорогие друзья системы «Сибирский казак», наши православные братья-сербы, наши товарищи и соратники во всем мире, мы передаем вам большой привет из сибирского леса, из сибирской заставы. Желаем вам, чтобы вы сохраняли свои национальные корни, свои традиции, потому что традиция, отеческое предание – делает нас людьми. Каждый человек родился от своего отца и должен беречь свое достояние, которое ему оставил отец. Это называется отечество. Поэтому мы, как можем, стараемся это сохранять, передаем это своим детям и надеемся, что и вы тоже сохраняете свои традиции и передаете их дальше. Pozdrav svim Srbima ovdje iz Sibira i svim ljudima koji se bave sistemom Sibirski kozak u Srbiji. Ovdje smo kod pravoslavne braće. Ne smemo da zaboravimo našu tradiciju i naše bratstvo, našu veru, našu otadžbinu. To je ono što su nam preci ostavili. Da bude naše i da imamo, da i mi imamo nešto svoje. Zato ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo, ne smemo da zaboravimo našu tradiciju, našu veru i naše stare običaje. To je ono što nam je ostalo od naših otaca. My dear friends, I'd like to welcome you on behalf of Sistema Sibirski Kazak. If you never heard of us, I would like to tell you shortly what are we about. We believe that for a young adult to be developed in various activities to become healthy mentally and physically, there are certain tasks and things he has to go through in his life. We are teaching kids through games, teenagers, kids through games, through different tasks in nature, environment, how to become a real man that you can be proud of, a real man or a real woman. We would like to let you know that there will be seminars running in Australia from December to February, end of the year. If you'd like to know more, please call me on 0410-586-433. My name is Serge. You can also contact me via email serge_voitenko@yahoo.com.au. Thank you very much. Хорошо известно, что для того, чтобы возродиться, нужно вернуться к своим истокам, к своей культуре, к истории своих предков. Потому что современная молодежь отравлена табаком, алкоголем, наркотиками, зомбирована компьютерными играми и красивыми витринами магазинов, а в конечном итоге имеют навязанную систему ценностей. Мы помогаем вернуться к своим истокам, чтобы вновь почувствовать самого себя. Значит, смотрите, марш-бросок. Когда мы убегаем вот здесь вот из домиков, у нас элемент переползания до столовой, потом снова выбегаем на дорогу, снова бегим. Вы казачки, казачки, военные люди, военные люди, никто вас не любит. Военные люди, никто вас не любит. Полюбила казачка, Варшавочка, бабочка. Полюбила казачка, Варшавочка, бабочка. Взяла его за рученьку, повела в комору. Взяла его за рученьку, повела в комору. А в коморе в комнате посадила в кровать. А в коморе в комнате посадила в кровать. Посадила в кровать, стала его назвала, целовала, миловала, раздушечкой назвала, раздушечка, душа мой, казак бравый молодой, раздушечка, душа мой, казак бравый молодой, ты научи меня по-русски, а я по-французски, ты научи меня по-русски, а я по-французски, как по-русски.
наш молодой, Семимого милого, с караула крепкого. Семимого милого, с караула крепкого. Караулы крепкие, перемены редки. Караулы крепкие, перемены редки. И на дворе морозы настоять невозможно. Курс блоку Шагомарш. После обеда сразу же чистка оружия до 6 часов, 6 часов рукопашный бой. Можешь.